Ознакомьтесь с соперниками. В синем углу клетки. Боец ростом 180 сантиметров, весом 92,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 боев. 9 побед, 2 поражения. Представитель школы самбо из Евпатории. Приветствуйте, Василий Павлович! И боец красного угла. Ростом 188 сантиметров, весом 92,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед и только 1 поражение. Представитель школы Кудо из бойцовского клуба Перкут Грозный Ачон Хатуе! И рефери боя Виктор Корнеев дает инструктаж. Бойцы на середину. Парни, слушай внимательно, работаем. 3 раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю, головой в голову не бьем. По затылку, по позвоночнику не бьем. Повнимательнее при добивании. Локти бьем только по корпусу, по ногам. В партере коленом и ногой бьем только по корпусу. Перчатки, локти, перчатки, шорты, сетку не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожалуй, руки. Разжись, кулак. Первый раунд. Yeah.
Азамат Саламбек Исмаилов. Итак, дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 41 секунда первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Василий!